Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать на Единую Лигу ВТБ. Второй матч нового сезона Динаминск-Арене сыграют местные ЦМОКи и ЦСКА. Стал одним из важнейших игроков армейцев. Ну и еще одна три летит. Первые очки шведа в новом сезоне Единой Лиги ВТБ. Или даже добавить мяч, но все-таки не получилось это сделать. Шенгелия, вы посмотрите, что вытворил Току, ну и какую передачу отдал Никита Курбанов. Просто красота. От московских армейцев счет становится уже 16-7. Даже два очка армейцы соорудили, а здесь Вадим Ступино! Врывается и колотит сверху. Лопатин помог заслону, быстро провалился, там есть подстраховка. А Джоэль Баламбой красиво забивает сверху. Да. Первый матч после столь серьезной травмы — это Роберт Дабшоу! 7 очков, 9 подборов, швед на Николу, и никаких проблем со скаутом матча не испытывает. Максим мяч получил. Что будет делать? Карацов, нужно уже бросать. Максим, да ладно! Максим Карацов, что это было? Только в удовольствие. Близнюк идет внутрь. Уилл Клайбен говорит, не помогает заслоном. Баламбой проваливается внутрь и вколачивает сверху. 44-92 армейцы. Плюс 48 победили на старте нового сезона Единой Лиги ВТБ.